Так, короче. Фантазия и воображение. Вспоминаем. Пубертальный парабиоз психокинеза. Дальше что идет? Амбивалентная бивольтация. Потом эмональная реструктуризация. Дальше у нас идет конгруентная абсистенция. Так. Ё-моё, техника сегодня вся против меня. Ну ничего. Ничего, ничего. Лежи, его заколдую. Следующее. Диффузный градиент. Потом. Конгруентный локус. Пока на этом этапе есть какие-то вопросы? Где-то так. Вы рисуете? Нормально? Видно? Да-да. Кочек, ничего? Хорошо. Симбиотический социогенез. Так. Сугестивная сублимация. И замкнулась. Значит, что это у нас такое? Целое. Целое и части целого. Между этими частями что? Правильно, связи. Мы их сейчас с вами тоже пропишем. Двойственность бытия. Давайте, подсказывайте, включайтесь. Осмогенез. Включайтесь. Так. А, ну да, це ж ти приходиш. А що, я замерз? Кто был внимательным? Ну, да. Сколько было булек? 4. Что мы делаем, когда мы что-то делаем? Продолжим. Так, архетипические отношения. Ну уже хватит, эй, хватит. Хорош, не отвлекай меня. Вербальные конструкции. Андрей, неужели ни одного вопроса? Все понятно. Все понятно. Спасибо. Генотипные пубертальности. Здесь подробно. А вот это непонятно. Непонятно? Разъясните, пожалуйста. В каком месте непонятно? Вот именно в этом. Вот в этом? Пубертальность. Генотипная пубертальность, это легко. Значит, через обратный верт, через амбивалентность к инвальтации. Еще раз повторить. Все понятно. Понятно. Смотрите, я ж не вру. Я ж не вру. Гипоталамус обратный верт. Так. Идеальность типовых банальностей. Связи, связи, не забываем связи. Так. Индукция прямого туннелирования. Так. Следующая у нас диффузия реального действия. А что такое реальное действие? Только что ж был такой вопрос. Давайте в сторону не будем уходить. И казалось бы, картина целостная. Но чего не хватает? Чего не хватает? Александр Львович. Подсказываю. Что это? Ну? Молодец! Аля молодец! Аля молодец! Значит, не хватает метода качественных структур. Из каждой точки у нас идет
Это у нас аспект координации, аспект связи, аспект функционирования, аспект... Аспект. Респект. Ай-яй-яй-яй. Аспект, да. Аспект за аспектом. И тут, казалось бы, все. А нет. Это вся наша трахомудрия, она объемная. Андрей Андреевич, ничего не понятно. Ну, да я рад. Значит, это новое. Значит, это вы не объяснили его старым. И вообще, сугестивная амбивалентность соционически превалирует. Пока сам объяснял и сам все понял. Вы пока зарисовываете.